У нас один гол... ну, не старшего взвода. Короче, командир своему ноги порезал. Что порезал? Ноги. Мы вот не знаем сейчас, что будет. А нет, нас уже, короче, километр. 800 шли километров от нас они стоят. Офигеть. Пропустили специально наши. А у нас еще поставили только кадр с ними. Я говорю, нам будет. Я говорю, уже сколько человек из воды уходит. Заяц. Я еще хотела тебя спросить. Смотри, а если, например, человек сидит, он подписывает контракт, ну, со словом. Ну, вроде сейчас уже не заберут, раньше брали. Кто на зоне был, когда сидели, штурм за это отправляли. Ну, и сейчас не будут отправлять, уже набора нет больше. Уже все отказывают, потому что есть у нас вот тюремщики, которые есть здесь. Они капитаны, они капитаны взяли, зарезали, и ног всем переломали. Ну вот кто вот этот, который тюремщики были, это последняя вот эта партия происходила. И сказали, больше не будут присылать. Зэки, которые есть, они вообще делают, они переводятся, они переходят сразу к архам и на их сторону стоят. Ну, раньше, да, вот куда я хотел перевести человека в Вагнера, вот. А сейчас за Вагнеров вроде пока нет.